По данным разведки, сегодня приезжает, а вот уже, возможно, едет Матвиенко. И вот тут работа кипит вовсю, блин, на озере, блин. Самое что интересное. Вот сейчас красят они вот этот вот. Вот этот красит. Неужели сейчас вот нужна эта краска? Вот они красят. Вот это вот. Видите, как красиво делают. А плакатов нету. К съезду Единой России подготовить сдачу озера в срок. Тут еще работы не початый край. Они уже краской занимаются. Это пока не построят это озеро, эта краска уже облупится. Но это вот видите как. Все как старые методы работы. Вот идет работа. Пленку ложат на дно и потом галькой засыпают. Вот такая укладка будет всего озера. Также делали и в Ставропольском озере. Ну, сделали, наверное, тут 1/6 всего пленки выложили. Но тут работа еще, я так думаю, 2 года, наверное, не меньше. Какими темпами они работают? Сегодня особо активный день. Сегодня приезд Матвиенко. Полиция вокруг озера находится, никого не пускают. Проходы, проезды вокруг озера закрыты. Вот только открыто вот тут можно по мосту пройти. Сегодня ответственный день. Сегодня мэрия Кисловодска должна доложить. Как же тут работы ведут. Ну, плохо, что асфальт не покрасили, а так все вроде бы работа кипит в норме. Подметают, убирают. Ну, будем надеяться. Ну, значит, парк Победы. Не прикасались еще, заросший. Парк Комсомольский. Они обещают тоже там что-то сделать. Приозерная территория. То же самое, значит. Брошено, там ничего не изменилось. Вот вся работа, сколько уже здесь работает, я не знаю, год или сколько. Вот вся работа у вас на лицо, вот она, вся работа на лицо. Мне кажется, за год надо было бы уже здесь все закончить, поработать уже. Деньги текут, наверное. Сегодня самый активный день. Сегодня комиссия приезжает большая, полиция все окружила. Никого не допускают. И вот покраска идет, видите. Главное, чтобы вот это все покрашено было. Обычно красят перед сдачей, а у них вот тут важная работа. 4 человека работают. Трактор что-то ковыряется тут. Создают видимость работы. Там он спасательную вышку. Я так думаю, ломают ее, наверное. Видимо, сломают ее. Я так думаю. Ну то есть вот готовности. До готовности тут еще очень далеко. Thank you.
вверх-вниз, что он тут делает, непонятно. Ну ладно, ждем, когда будет восстановлено старое озеро Кисловодское.